Бывают заслуженные артисты, а бывают заслуженные работники пожарной охраны. Правда, бывают редко. Таких в стране всего 12. И один теперь есть в Ивановской области. Полковнику Алексею Маслову почетный знак вручил лично министр по делам гражданской обороны Зинчев. Моя должность связана с руководством целым комплексом подразделений, которые осуществляют подготовку молодых специалистов пожарного дела в области пожаротушения. Это и кафедра пожарной тактики, кафедра техники, пожарно-строевой подготовки, газо-дымозащитной службы. Есть у меня и научная группа. И по роду своей деятельности приходится аккумулировать и объединять все действия, ибо все специальные дисциплины взаимосвязаны между собой. Алексей Маслов в 1994 году был зачислен в высшую пожарно-техническую школу в Санкт-Петербурге. Потом работал начальником караула в пожарной части города Кинешма и главным управлением ЧС. А последние 7 лет передает накопленный опыт подрастающему поколению огнеборцев пожарно-спасательной академии. Работу свою любит и ходит на нее с удовольствием. А работы много. Нужно координировать 4 кафедры. Тяжело в учении, легко в бою. У курсанта до выпуска есть право на ошибку и есть профессионалы, преподаватели, которые всегда могут его исправить. В боевой работе исправлять ошибки будет некогда и некому. Поэтому мы их готовим максимально жестко. Для того, чтобы они могли уметь оперативно ориентироваться при внезапном изменении обстановки. Алексея Владимировича в Академии знают как человека креативного. Под его руководством был разработан практический пожарный тест для третьекурсников. В нем 8 этапов, как групповых, так и индивидуальных. Все на время, не сдашь, идешь на штрафной круг. Условия жестче, чем на сдаче нормативов при инспектировании действующих пожарно-спасательных подразделений. Никаких поблажек. Если отведено на надевание всего снаряжения 27 секунд, нужно уложиться. Выпускникам явно навык пригодится. 90% из них в будущем займут должности, связанные непосредственно с тушением пожаров. Уже сейчас на практических занятиях он более подробно нам рассказывает и показывает, приводя примеры из своего жизненного опыта. Я считаю, что это очень полезно и для нашего будущего это является очень значимо. Потому что в будущем именно это нам пригодится, потому что в нашей стихии мы будем спасать людей. Полковник Маслов является требовательным преподавателем, который требует именно того, что мы должны будем делать в будущем, потому что это именно нам пригодится, и я считаю, что это правильно. Мы должны прислушиваться к его мнению, к его словам, чтобы в своем будущем быть похожим на него. Курсанты должны уметь работать в связке. Каждый должен быть лидером, уметь соображать в критических условиях. На прохождение всего теста – час. Обучающиеся следуют на следующий этап – 60-метровая полоса с препятствиями, где им также предстоит счастливая возможность получить значительную физическую нагрузку. После этого в составе отделения курсанты выполняют подъем по выдвижной лестнице в окно третьего этажа учебной башни. Затем в составе отделения они выполняют тушение модельного очага с выполнением элементов боевого развертывания от пожарной автоцистерны. Это упражнение «Диггер» оттачивает навыки движения в условиях ограниченного пространства. Сценарии развития событий меняются регулярно, чтобы курсанты не привыкли. Генерировать идеи полковнику Маслову помогает практический опыт. И самое главное, что он не стоит на месте, потому что каждый раз в эти тесты вносится что-то новое, исходя из того опыта, который есть на территориях. Вот. Потому что двух одинаковых пожаров не бывает, и он как раз готовит людей к тому, что ситуация может быть непредсказуемая. И наш выпускник, офицер пожарной охраны, должен будет принять единственное правильное решение в сложной обстановке пожара. Полковник Маслов не только энтузиаст и профессионал, но и стратег. Хватает в его практике времени и на научную деятельность. Все свои пожарные придумки фиксирует и внедряет в практику. За годы службы в академии воспитал больше 1000 будущих огнеборцев. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.